О, мафака, как же холодно. Блин, зря я не надел кофту. Эй, йо, мотогоны, всем привет. С вами, как всегда, Взрывной Майк. Сегодня воскресенье, сейчас 9:30 утра. Как-то я посмотрел погоду в Яндексе, вроде должно было быть солнце, но когда вышел на улицу, понял, что тут пасмурно и холодно. Хорошо, хоть подстегнул подкладку под свою куртку, хотя бы ее не так сильно продувает. Но вот руки пипец, например, продувает сейчас мне. Без толстовки и термухи, конечно, прохладно уже. Так вот, сейчас мы с вами едем в центр Москвы, потому что сегодня я снимаюсь в рекламе ролика, который, скорее всего, и на моем канале тоже будет крутиться. Это рекламный ролик «Средства от угона». Помимо этого, сегодня еще много-много всего, всяких разных дел. Сегодня мы будем кататься с Димасом Черноси. Он еще пока на Сибири, пока что его не продал. Надеюсь, зайдет такой формат видео. Так что, ребятки, приятного просмотра. Йоу! Большой город, большие мы. Тебе не нужен повод, чтобы изменить этот мир. Но тебе нужен холод, чтобы ощутить теплоту. И тебе нужен голод, чтобы целовать ее всю. Большой город, большие мы. Бля, мотобат стоит, интересно, тормозит меня, нет? Вчера до пацанов они докопались, тоже за выхлоп, за ксенон. А у меня и выхлоп, и ксенон. Да, мотобат сейчас летует, пипец. Бля, он так посмотрел, а я с ксеноном и с выхлопом, бля, наверное, подумал, блядь, проебали клиента. А чувака там, походу, делал за выхлоп дрюк. Вот говорю, вот только вчера, короче, пацаны ночью катались, компании их тормознули, просто всех начали. Но в итоге выписали штрафы там по 250 рублей. Ну, как обычно, они план делают, просто надо им повыпендриваться. Но в целом, редко я встречал неадекватных мотобатовцев, прям таких охуевших. В целом, плюс-минус, пацаны нормальные работают. Часто с пониманием относились к разным вещам. Но у меня еще выхлоп не очень громкий. И я такой еду, вроде на стритухе, такой не очень быстро, такой примерно гражданин. А там парень на этой, на эрке, по-моему, ехал. Ну, сразу видно такой спартач. Мы уже с вами в центре, в районе моей работы. Метро Октябрьского, вот здесь вот МВД, Министерство внутренних дел. Тут частенько перекрывают дорогу, чтобы проехали высокие чины. Я один раз тут стоял долго, блин. Ждал. Потом на заднем как пульнул перед этим полицаем, который палочкой типа всех тормознул. Дирижер. Уже очень прохладно. В Москве держак плохой. Я вот вчера катался вечером. Реально прям хреновый держак. Если газку поддаешь, и колесо срывает, и в поворотах наклонять. Мотик как-то уже по ощущениям стремновато. Ну, одно приятно, воскресенье утром, это нет пробок. Все дороги свободны. Я, блин, спал 4 часа, пипец вообще. Если честно, мне было немножко лень сначала снимать. Думаю, блин, не выспался, сейчас еще куча вещей с собой везти. Потом думаю, блин, у меня сегодня такой насыщенный день. Надо ребятам по-любому что-нибудь снять. И садовое свободно. Вот это да, ребята. Всегда так в Москве было. Хотя что я выпендриваюсь, я на мочке лежу все время. Вот это, кстати, МИД. Здание МИДа справа. Вот это. Министерство иностранных дел. Блин, ребят, камеру не вовремя выключил. Еду по Садовому, а мне навстречу Черноси. Давайте подождем, сейчас он развернется. Он сегодня на кококошном мотоцикле. Аза-за-за-за-за. Димасик, посмотришь потом видео.
Я спал 4 часа. Я спал 4 часа. Долбоёб. Блядь, надеюсь, это хуйня. Чё ты второе не снял? Лайфхак. Да давай доедем. Лайфхак. Чё, поехали? Эх, по Садовому. Большой город, большие мысли. Тебе не нужен повод, чтобы изменить этот мир. Но тебе нужен холод, чтобы ощутить теплоту. И тебе нужен голод, чтобы целовать ее всю. Здорово, пацаны! Нормальные пацаны на кавах катают. Хватит на этом говне ездить. Здорово. Привет. Привет. Что так близко? Хочется. Бля, пизда, соляра просто по всей дороге. Соляра. Я бюрнаутом ехал, мне кажется, всю дорогу почти. Ты бюрнаутом ехал, у тебя так вот, вот так вот, вот так вот. Я еду такой, такой немножко опытный. Короче, катка была лютая, я так микрофон, видишь, в шлем не убрал, но там нормально все. Что скажешь? Съемочки, ребят, съемочки. Лайкосики ставим. Секундочку, немножко рекламки. Да. Такой нормок рекламки. Что это? Открой рот, секунду. Сука, слезь с мотоцикла. А когда он орать начал? Злостный грабитель хочет угнать мой мотоцикл. Нет, ты давай. Оттуда?
да? Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, вы первый раз снимаетесь в полнометражных фильмах? Да, это первый раз. А теперь показываю то, что не показывал никому. Здравствуйте, дружа. Сука. Скажите, расскажите немножко о своем персонаже. Кого вы играете? Я играю бандита, который угоняет мотоцикл взрывного Михаила. Опишите характер вашего персонажа. Он вспыльчивый, агрессивный, неудавшийся в жизни. Но получает пиздюлей. И он любит получать пиздюлей. Так, мне кто-то звонит. Короче, уже практически досняли. Процесс еще идет. Людь. Димас. Людь. Животки, не смотрите. Это мой охранник. Это мой охранник. Будете иметь дело с ним. Да, отлично. Чутка повыше. Хотя бы, чтобы чуть шею тут ровно было. Следующий. Маска. Это Versus Battle. MC слева, представьтесь. Ваш масочка? Вот, да. Маску одевай. Всем привет, меня зовут Жульберт. Я люблю толстых женщин. Чисто так. Экспромтовым видео. Нормально. Да. Это самая тема. Ну что ж, ребят, ролик мы досняли. Сейчас уже обед, время 2:30 дня. Снимали очень весело, поржали от души. Да и получится, я думаю, ролик очень классным. Как видите, на улице распогодилось. Да, я не снимаю в другой день, я снимаю именно в тот же день. Утром было очень пасмурно, а сейчас прям кайф. Я проезжаю Парк Победы. Вот этот вот известный обелиск видно здесь. И сейчас я еду в торговый центр «Спортхит» на Сколковском шоссе в Кавасаки. Вот он, «Спортхит». Как сюда заехать? Так, теперь надо понять, где тут Кавасаки. Кавасаки. Мотосалон. Вот вижу Ямаху. Сейчас мы по-царски проканемся. Зедочка свежая. Так, что у нас тут? КТМ, КТМ-бэк, ничего себе, что-то одни велики и басики, вот кого, здравствуйте, как дела? А? Как оно? Да ничего, потихонечку, о, смотрите, 10РР, самая лютая комплектация, вот, ребята, литр, который всех дрюкает просто. Ну, про H2 молчу, ладно. Ну, говорят, что рулится десятка лучше, да? Но не катался на это? Разный. Катался на технике. Он как зиппер почти, как бус, как гипербайк, считай. Ага. У меня 300-й Versus, вообще еще никого нет. 300-й Versus? Это вот этот? Ну, да. Блин, здоровый он, прикольно.
Кстати, у меня есть знакомый, который получил права и все, не может выбрать мотик. Я ему предлагал Z-ку 300, но она меньше гораздо, а вот этот... Ну, вот, смотри, 300 низ стоит, а 300 низ. Ну да, да, да. Так что, Леха, давай, смотри, зацени Versus 300, как вариант. Будешь это, бутерброды возить в кофре. 1 700 000. Bimota DB7 Aranera. 172 килограмма сухая масса, 2 цилиндра, V-образник. Литр 100, ребят, V-образник, я думаю, валит нормально. Неплохо, экипа тут дофига. Знаю, чего нет. Z1000R нет. Продано, да. Короче, ребят, любите Кавасаки. Ездите на Кавасаки, Кавасаки валит, знаете это. А я поехал дальше, сейчас у меня будет мастер-класс танцевальный, я опаздываю, придется немножко навалить. Еще надо посмотреть, куда ехать, потому что я нихера не знаю. Надеюсь, мне сюда. Блин, реально. У меня уже скоро тренировка, но, ребята, в этом плюс мотоцикла. Это быстрое перемещение по городу. Так, мне куда? Можайская, сюда. Давайте с коленом пошли. Короче, я думаю, даже несмотря на то, что сейчас воскресенье, например, на тачке я бы не успел. Надеюсь, на мотике успею. Время 3:40, у меня в 16:00, в 4, а уже начало занятия. То есть я должен приехать, еще успеть переодеться. Не могу вам это не снимать. Это жесткий навал. Приходится просто лютовать, чтобы успеть. Красава. Ну вот, собственно, ребят, 4 минуты прошло. Я уже в центре. За это я люблю мотоциклы. Это мобильность. Главное не наваливать так жестко, если вы не уверены в своих силах. Ну и лишний раз не рисковать, конечно же. Главное не напороться на мотобат, блин. Они же будут дрючить, мучить. Да, налево. Здесь поворот? Есть. Так, большая ордынка. Подождите. А куда мне? А, вот туда, все. То есть на встречку не поехал. Так, время 3:55. Все, я уже залезаю во время, которое я должен переодеваться. Надо поднажать. Придется переодеваться не 5 минут, уже меньше.
Но я вроде бы успеваю, это хорошо, ребят. О, нет, блин, тут не это. Блять, огромная махина, ну что ты? А, вон тут в чем дело. Давай, 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 давай. Все, я практически приехал. 3:56 время. Так, 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 давай, Финик, проезжай, проезжай, проезжай мне налево, проезжай. Бля, я опаздывал, пиздец, я сейчас съеду, знаешь, откуда? Со Сколково. И чтоб ты понимал, я оттуда выехал в 3:40. Сколько? 15 минут. Сколько, это же вообще рядом с. Фу, короче, ребят, успел, ништяк, побежал переодеваться. Ну что ж, ребят, на тренировку я успел. За это спасибо моей любимой Кавушке, сладенькой моей. Отвел тренировку, очень сильно устал, я еще мало спал. У меня осталось одно важное дело на сегодня, это отвезти джинсы в ателье подшить. Но время уже почти 5 часов. Я боюсь, что ателье сейчас уже, наверное, не работает. Но я сейчас доеду до дома, позвоню туда, узнаю. В целом, достаточно продуктивно прошел мой сегодняшний мотодень. И ролик успел снять, и в каву успел сгонять, и даже провести открытый урок, открытую тренировку. Надеюсь, вам понравилось видео такого формата. Если понравилось, конечно же, ставьте лайк. Кто только что зашел на мой канал, добро пожаловать на канал, ребят. Подписывайтесь, не пожалеете. Ну а с вами, как всегда, был Взрывной Майк. Всем лютая катка, эй-йо!